Районный фестиваль КВН среди школьных команд «Весенний коктейль смеха» состоялся на базе Центра творчества детей и молодежи. Праздник юмора посвятили Году науки. 7 команд-участниц, полный зрительный зал и 2 часа качественного юмора, ярких и зажигательных номеров, эмоциональной актерской игры. Организаторами фестиваля выступили отдел образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома и Центр творчества детей и молодежи Солигорского района. На протяжении достаточно длительного времени, наверное, около месяца, мы готовились, встречались с руководителями команд, давали какие-то интересные советы. И вот сегодня состоялась игра, очень замечательно, очень понравилось. Я думаю, было много болельщиков, много зрителей, родителей наших конкурсантов. Вот. Я думаю, что игры КВН – это вообще яркое мероприятие, которое в первую очередь нравится детям, которые с удовольствием играют в него. Но, конечно, и очень важно грамотный руководитель в КВН-командах, да, и поэтому мы проводим на базе нашего центра творчества семинары, которые, как правило, проходят несколько раз в год, на которых мы пытаемся уже педагогов научить игре КВН, из чего КВН состоит, какие в нем есть нюансы, интересные события. Собственно говоря, они все это передают детям, и в совокупности получается вот такой хороший продукт, который, я надеюсь, понравился сегодня нашим всем пришедшим на эту игру. Фестиваль состоял из 2 традиционных конкурсов: визитка и музыкальное домашнее задание. В приветствии лучше других проявили себя ребята из команды «Пятерочка» и «ММ Дэнс». В музыкальном домашнем задании снова не было равных команде «Пятерочка», которая и завоевала переходящий кубок фестиваля. Было очень тяжело вот на протяжении всего этого процесса, то, что мы подготавливались, несколько раз меняли сценарий, там были такие трудоменты, но удалось все преодолеть. У нашей команды есть своя фишка – это наш стиль одежды. Мы все одеты как в 90-е, и это что-то особенное, не как у всех. Вторыми стали ребята из команды «Время первых». Третье место разделили «Что, где, когда» и «ММ Дэнс». Кроме этого, организаторы учредили специальные призы. Так, награду за лучший номер получили ребята из команды «Что, где, когда». За лучшую женскую роль – девушка из команды «Ностальгия». А лучшую мужскую – парень из H2O. Также призами от общественного объединения «Белорусский союз женщин» были удостоены команды «Время первых» и «За углом».